Такий чудовий день, тому що сьогодні день акварелей. Ми сьогодні дізналися, як правильно малювати. І ми можемо ще розказати вам, як правильно їх потім продати. Так, і продати не тільки їх, а взагалі продати свій класний медіапродукт. Тому що, знаєте, от інколи ви щось придумали, от зняли, потім пропонуєте, а не хочуть брати, якось запускати цей проєкт вже потім для всіх людей. Але є класна платформа, яка дає вам змогу реалізувати свої задуми, стати продюсером, режисером, сценаристом. І сьогодні ми поговоримо саме про проекти, як можна їх продати за кордон. І поговоримо про продукти, все ж таки, як їх правильно оформити та продати на Амазоні. Так, тому ми сьогодні запросили до нас експерта, людину, Данила Микиченко, експерт з продажів на Амазон, CEO компанії Продутек. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Скажіть мені, будь ласка, CEO-спеціаліст, чим він займається, що це таке? Я руковожу компанією, яка производить продукцію в Китаї під своїми торговими марками и продает в США на Амазоне. Мы находимся в городе Харькове, у нас небольшая команда, 22 человека. Мы придумываем модели, которые хотим продавать свои продукты. Находим заводы в Китае, которые производят нам эту продукцию. И потом мы это все везем в США и там продаем. 22 людини, створення продукту. Чим займаються люди, які є спеціальності, напрями? І що це означає створення продукту? Ядро нашого бізнесу – це маркетинг. Мы занимаемся исследованием рынка, смотрим, что нужно клиенту, какие есть конкуренты, что они предлагают и что мы можем сделать лучше, чем они. Угу. Формируем так называемый портрет идеального продукта и ищем производителя, который умеет сделать такой качественный продукт по той цене, которая нас интересует. Тобто ви створюєте дизайн якогось певного продукту. Уявляємо Simple Dimple, да? Що розлетівся. Ви його придумали, сказали Китай, це залетить. Тримайте, розробляйте, ми його будемо продавати. Дело в тому, що в Китаї практично на кожному заводі є свій РД-центр, де є класні дизайнери, інженери. І чаще всього ми приходимо к ним і спрашуємо, що вони вже придумали. Беремо ці образці, тестуємо їх. У нас есть свои требования, есть свой инженер, который может проверить качество этой продукции. Uh-huh. А иногда с этим инженером мы дорабатываем продукт, чаще всего в области программного обеспечения. Дорабатываем продукт, и уже если производитель может произвести стабильного качества товар, мы заказываем партию и забираем ее уже, отвозим в США. Ось ми перед початком нашого інтерв'ю поговорили, що зараз взагалі продажі на Амазоні – це досить популярна тема, так? А от да. На що треба звернути, якісь, можливо, знаєте, топ-3 моменти, на які треба звернути увагу, щоб, наприклад, запропонувати вам, або на що звертаєте увагу ви? Чаще всего ми аналізуємо тренди. Практично кожен місяць на Амазоні в якійсь новій категорії з'являється тренд. От як ви упомянули про Simple Dimple, то це були... Спиннеры буквально недавно стали популярными очистители воздуха, массажные пистолеты, такие ручные массажеры. Мы отслеживаем, в какой из категорий появляется бурный рост продаж. И анализируем, что конкретно пользуется спросом, и под этот рост находим производителя и запускаем свои продукты. Mm-hmm. Следовательно, ключевая идея – это в том, чтобы анализировать рынок, анализировать продажи и быстро находить производителя таких товаров. А у вас є якийсь, можливо, менеджер саме вже в Китаї, там, де він перевіряє це все, чи ви замовляєте до нас, це буде час, відповідно, і він втрачається, а це гроші, які ми розуміємо. Чи все ж таки там є людина, яка приїжджає? Поки була можливість, ми їздили в Китай для того, щоб знайомитися з фабриками і вибирати на професіональні фабрики, які вміють робити хороше качество. Тому що в Китаї прямо дуже різні бувають производителі. На сьогоднішній день, коли границя закрита, дійсно, у нас є и инспекционная компания, которая помогает нам проверять и производителя, и потом уже готовую партию. И есть свой агент, китаец, который работает на нас для того, чтобы быстрее действительно проверять образцы товаров и находить нужных производителей. А от пошуки саме людини, яка може створити створення продукту, скільки це займає часу? І, можливо, знаєте, є формула. От потрібно за 2 тижні, щоб пройшло і принесло якби результат. Самое большое время занимает выбор производителя, который может сделать качественный продукт. Иногда у нас на это уходит до полугода. Угу. Мы можем заказывать сотни образцов, тестировать их и разочаровываться в качестве, потому что не все то, что они заявляют, на самом деле так работает, как они говорят. Стандартно у нас от полугода до года занимает запуск новой модели. Но мы всегда в параллели запускаем несколько продуктов, поэтому... Где-то раз в 2-3 месяца у нас запускается сейчас новый продукт.
Непогано, 2-3 місяці. Тобто у нас тобі, по суті, є 2-3 місяці придумати свій продукт, написати вам, запропонувати і потім його спробувати реалізувати, так? А чи є якісь, знаєте, можливо, у вас на сайті пропозиція, так, що ви як знаходите потім вже потенційних виробників? Чи як це відбувається? Дійсно, так як ми вже продаємо в течение 6 років, і, по моїм почутам, продали більше 1 мільйона штук продукції під своєю торговою маркою, то многие производители нас уже знают. И они сами к нам обращаются, предлагают какие-то новые разработки, новые модели. И это тоже работает. Но чаще всего мы сами ищем производителей, чтобы выбрать тех, кто на самом деле умеет делать классное качество. А у вас есть такая вакансия, там, где придумай тренд, где еще залетить и отримай там какой-то певный відсоток? Дело в том, что мы не создаем эти тренды. То есть мы их отслеживаем, когда он уже появился, чаще всего это уже существующий тренд. Мы просто ищем продукт, который точно будет хорошо продаваться. Тобто ви робите певний продукт тільки під своєю торговою маркою, правильно? Да, да, под своими торговыми. У нас на сегодняшний день 4 бренда, под которыми мы работаем. Это беспроводные наушники и беспроводные колонки. Бренд электроники, там широкая линейка и очистители воздуха, как я уже сказал, и массажеры, и наушники. Есть отдельно бренд диктофонов. Как ни странно, но эта тема еще пользуется спросом. Так, почекайте, это уже цікаво. Диктофоны, а с якою целью, для чего? Из того, что я вижу, кто покупает наши продукты, это люди либо в возрасте, диктофоны покупают для того, чтобы записывать свои мемуары, либо записывать визиты к врачам. Вау. Они записывают на диктофоны визиты к врачам, а потом переслушивают, чтобы не перезванивать и не переспрашивать. А также вижу среди покупателей это сотрудники правоохранительных органов. И я видел среди наших покупателей ассоциацию прокуроров США. Они покупали диктофоны, скорее всего, для своих сотрудников. Я видел, что даже почты ФБР делали закупки наших продуктов, скорее всего, как оборудование для своих сотрудников. Я собі уявив ситуацію, коли приходиш до аптеки і кажеш, продайте мені ось це. Зараз, ось це. А що ще? Ось ви сказали диктофони, а що ще? І четвертий бренд – це бренд очистителів воздуха. Тільки очистителі воздуха, так як ця тема була дуже популярна, то щоб виділити цю тему в окремий бренд, ми запустили кілька продуктів під одним брендом. Очищувач повітря – це як воно діє? Це освіжувач чи саме якісь фільтри стоять? Устройство дуже простое. Это такой пылесос с фильтром, если можно просто сказать. Там стоит несколько фильтров, которые очищают воздух от дыма и грязных частиц. Вот не так давно, сколько помню, в Киеве, под Киевом были пожары. И прям у нас есть знакомые, которые живут в Киеве. Мы им дали очистители как раз, чтобы проверить эффект. И действительно, они в доме закрыли все окна, включили несколько очистителей, и через полчаса був свіжий воздух в домі. Це ключова функція цього продукту. Ось ми ще маємо таке запитання. От e-commerce. Ми, на жаль, не розуміємо, що це. Чи могли б ви детальніше пояснити? Да, що таке e-commerce, или на русском електронная коммерция? Это продажа товаров через интернет. Продажа любых товаров. Ключова ідея, що клієнт вибирає свій продукт через інтернет. Особенность США в тому, що люди, прежде чем купить, они не звонят, как в Украине, в колл-центр. Они делают выбор, исходя из материала, который есть на страницах товаров. Если им все нравится, они нажимают кнопку «Купить», вводят кредитную карту, и товар к ним уезжает, можно сказать, автоматически, потому что у Амазона есть свой fulfillment-центр, то есть это склады с отправкой товара. И как только заказ поступает, он сразу же уезжает к клиенту. Это и есть суть электронной коммерции. А как продать свой товар, свой бренд за кордоном? Как вы его просовываете? Больше всего мы уделяем внимание рекламе, так называемой контекстной рекламе. Когда человек ищет, дело в том, что в США люди, если хотят что-то купить, они не гуглят, они амазонят, я это так называю. Ух ты. Они заходят на Amazon и сразу вбивают ключевое слово, то, что они хотят купить. И у Амазона есть свой поисковой движок, так же, как у Гугла. То есть они полностью скопировали саму идею того, что там можно делать и SEO-продвижение, и можно делать контекстную рекламу, платную рекламу с платой за клик в этой выдаче. Это ключевой инструмент наших продаж. Мы делаем такую рекламу и ищем клиентов, у которых уже есть сформированный спрос.
А в чому ще така, знаєте, велика відмінність, якщо, наприклад, просувати продукт в Україні свій, так, і просувати його за кордоном? Можливо, потрібні ще якісь документи, можливо, потрібно пройти якісь там комісії. От в чому ще складність або особливість? З точки зрения реклами небольшое отличие, а вот с точки зрения вообще ведения бизнеса в США отличие значительное. Для того, чтобы вообще завести товар в США, необходимы определенные сертификаты. И они сильно отличаются от тех сертификатов, которые есть в Украине. Це сертифікат якості чи що це сертифікат? Так, чаще всего це сертифікати качества, перевірки контролюючими органами в США. Там є ряд служб, які контролюють електроніку, контролюють продукти медицинского назначення. Іноді наші товари можуть попадати під це регулювання. Следовательно, ключевой момент – это нужно сделать сертификацию своей продукции согласно тех требований, которые есть в США. Бывает так, что даже отдельные штаты требуют отдельную сертификацию. Вот, к примеру, Калифорния, у нее свои законы, это как отдельная страна в стране. И нужно знать эти законы, в них разбираться, прежде чем привезти туда товар. С точки зрения рекламы, я сказал, что ключевое отличие – это в том, что люди не звонят. То есть нет возможности поговорить с клиентом перед покупкой. Перед покупкой, поэтому всю продающую информацию необходимо разместить на странице товара таким образом, чтобы клиент, который пришел на сайт, на Amazon и нашел наш продукт, мог получить ответы на все свои вопросы, прежде чем нажмет кнопку «Купить». Тобто ви повністю опис робите, чим особливий цей товар, і тоді... Да, вот большое значение имеет контент, который представлен на сайте. Это фото, качественные фотографии, мы заказываем фотосессии. Мы делаем 3D-рендеры для того, чтобы передать мельчайшие детали своего продукта. Мы снимаем видеоролики для того, чтобы показать, как работает этот продукт. И мы пишем тексты, которые понятны американцам. Они очень сильно отличаются от текстов и слов, которые мы используем. Поэтому мы привлекаем... Вот там английские слова, да, не украинские. Ну и даже смысл. Они, да, есть особенность. Даже разные англоязычные страны мы продавали и в Великобритании, и в Канаде. Для всіх цих стран ми по-разному писали тексти, тому що різний менталітет. А от ще момент. Наприклад, якщо в мене є ідея, є продукт, так, і я хочу його запустити, можливо, я маю мати якийсь певний бюджет, можливо, я маю бути ФОПом. Що є основними ось такими пунктами, завдяки яким я можу розпочати працювати з вами? Да. Для того, щоб продавати на Амазоні, необхідно, звісно ж, спочатку там зареєструватися. Есть возможность либо на физлицо зарегистрироваться, как украинец, по загранпаспорту, либо можно оформить в США юрлицо собственниками в Украине. Есть отдельные компании, которые занимаются оформлением таких услуг, оказанием таких услуг. И для этого в Украине необходимо быть либо ФОПом, либо ООО. Если у вас есть идея или у вас есть производство какого-то продукта, вот, к примеру, я знаю людей, которые в Украине производят мебель, они, как ООО в Украине, производят мебель, продают на свою американскую компанию, на свою же американскую компанию, импортируют в США и продают так на Амазоне. Цікаво. Тобто, по суті, ну, більше зараз українців, вони вже можуть співпрацювати з вами, тому що дуже багато ФОПів якраз. Да, ну, корректнее сказать не со мной, а конкретно с площадкой, ну, Amazon, так. Потому что я один из таких же участников этой системы. Разница только в том, что у нас не украинское юрлицо, у нас американское юрлицо, и мы продаем в США как американцы юридически. Тобто ви юридично виходить американець, правильно? Наша компанія. Ваша компанія. Ми, знаєте, ми коли кажемо з вами на ви як є представником Амазону, ми одразу до вас. А важко почати бізнес в Амазоні? З кожним роком становиться складніше. Конкуренція росте, порог входу росте, професіоналізм тих ігроків, які вже в цьому ринку росте, тому становиться складніше і бюджет увеличується на вход. Еще в 2015-16 году можно было с большим бюджетом, там, несколько тысяч долларов, привезти продукт, положить его на склад Амазона, и он сам будет продаваться. Угу. Сегодняшний день так это не работает. Необходимо прикладывать значимые усилия к тому, чтобы этот продукт раскручивать уже на Амазоне. А на вхід це означає, ви повинні заплатити за те, що ви продаєте в Амазоні, чи на вхід це реклама, продукція і... Да, я там... имел в виду, это как некие стартовые инвестиции. В основном деньги нужны на закупку товара изначально, потому что товар дорогостоящий, самая, наверное, дорогостоящая часть в этой всей системе.
Поэтому прежде чем начать, необходимо что-то купить, чтобы потом это продать. Так, ви знаєте, ще таки є, от у мене одне запитання є, тому що я минулої осені чула про те, що створювався медіапродукт, потім його змогли все ж таки виставити на Амазоні, продати, знайти спонсорів, реалізувати. А як, наприклад, якщо відеоматеріал створювати, якийсь відеоконтент? На Амазоні є окрема тема книг на Амазоні. Про відео не скажу, не знаю, не слышал таких історій. Но знаю о том, что люди, которые пишут книги, могут продавать эти книги на Амазоне как интеллектуальную собственность. У Амазона есть свои типографии или партнерские типографии. И клиент, когда покупает книгу, он может купить ее либо в электронном виде, либо может заказать сразу же печать этой книги. И под клиента печатают книгу. То есть книги не лежат на складе. Это основной бизнес Амазона. С этого вообще Амазон начинался, с продажи книг. Поэтому есть тема, в которой не нужно продавать товар, можно написать книгу актуальную для американских потребителей и продавать свою интеллектуальную собственность. Так, ну для мене це взагалі відкриття, ця платформа. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли ранковий час завітати і ось вже зранку розповісти потенційним, можливо, ідейникам, які мають все ж такі плани, і нарешті їх реалізувати. Щиро вам дякуємо за цю інформацію. Дякую вам. Також ми дізналися, що можна просто зробити свій продукт і почати її продавати на Амазоні, тобто на американський ринок. І досить цікаво, що кожного року це все стає дорожчим, тому якщо у вас є ідея, якщо у вас є гроші, починайте зараз, бо наступного року буде це в два рази дорожче.